Это что, все твои вещи? А подушки у тебя свои нет? Тумбочек у нас хоть завались, а вот по части подушек бедствуем. Что ж мы на тумбочке спать? Еще не ясно. Ты раньше где работала? Нет еще. Едут тут всякие, ни профессии, ни подушек. Одна морока с вами. Профессия у меня есть. Разберемся. Видишь то место? Вон пожарный щит. Ага. Это место у нас Камчаткой называется. Сидят там некоторые по вечерам парочками. Посидят, а потом комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нет. А зачем вы мне это говорите? Сигнализирую.